Всем привет, друзья, с вами Андрей и Максим. Итак, это канал «Футбол Отражение», это блог с мероприятия под названием «Матч на Алтае». Сегодня футбольный комментатор с телеканала «Матч ТВ», также некоторые, как-то, администрация нашего города, правительство нашего города и спортсмены, выдающиеся Алтайского края, примут участие. Там, наверное, будет. Будем надеяться, я хотел бы Ерохина вот увидеть, но... Не, он не припрется вряд ли. А мы начинаем. Хлопот пока. Свя, давай! Контент, поэтому подписывайтесь, смотрите и сами оценивайте, хорошо это или плохо. Итак, друзья, со мной комментатор Матч ТВ Артем Шмельков, это эксперт, и также игрок футбольного клуба Матч ТВ, который играл против футбольного клуба Амкал. Да, было дело, на самом деле сейчас это совершенно не имеет значения. Подписывайтесь на канал «Футбол – это жизнь». Ребят, футбол – это жизнь, поэтому подписывайтесь на канал «Футбол – это жизнь». Итак, со мной комментатор Сергей Кривохарченко, эксперт и корреспондент телеканала Матч ТВ. Комментатор в первую очередь. Подписывайтесь на канал «Футбол – это жизнь» или как? Да. «Футбол – это жизнь». Вот видите, автор канала «Футбол – это жизнь». Он дошел сам сюда, поэтому это достойно подписания его ютуба. Да? Подписывайтесь. Единственное, что я вам могу сказать, вообще что угодно можете делать в этой жизни, но одно вы сделать точно обязаны. Подписаться на канал «Футбол – это жизнь». И тогда у вас все остальное получится. Друзья, сегодня мы будем как бы футбольными и комментаторами немного, побудем на их месте и будем снимать все матчи телеканала Матч ТВ именно этой команды. И Масаковский, Михаил Масаковский пообещал мне футболку после матча. На Алтайском такой, вижу такой позже, да. Так что, смотрим. Ты как шатаешься. Уже завет правительством Алтайского края. Что-то 1-0 пользу правительства. Я сказал, что это не... Ну, вот так матч интересен. Тихо. И головой! Ой-ой-ой-ой-ой! Отлично! Я не буду. Все, поздравляю, спасибо. Ой-ой-ой, финтюк хотел. А, у них вот тут типа как, забил, ушел. Ой-ой-ой-ой-ой. Быстрая ответочка. Матч ТВ еще один, и тогда мы победим. Ой, хорошо. Твои. Что не хватает Матч ТВ, чтобы забить еще и сравнять счет? Итак, просим на поле врача. Да? Комментарий, какой играть в обороне против правительства? Так же, как против всех остальных. Не давай мне! Блядь! Ой-ой-ой! Я тебе говорю, что уже все! Прикинь, бы сейчас выход 1-1. Ну что ж, первый матч между командами Матч ТВ и правительство Алтайского края закончен. Счет 4-1 в пользу правительства Алтайского края. Молодец. Ну, молодец. Третий раз давай попробуем. Я окончательно вышел в третий. Вот скажи честно, по усердию ты занимаешься футболом? Нет, ну сегодня будем их ждать. Продолжаем матчи. Я вижу, видел. Ты видишь? На! Гол! Нет! Ой! Чувствуется
заметил, что кого-то не хватает, например, Романа Нагучева или Карена Домяна? Или все хорошо? У нас идеальных составов не бывает. У нас, к сожалению, всегда какой-то недобор. Ну а если о лучших игроках говорить, то самая машина у нас — это Шнякин. А какие-нибудь наставления от Генича получали? Сатина? Нет. Нет? Нет. Ну что ж, друзья, и пару слов самому лично хотелось вам сказать насчет самого этого турнира. Турнир получился просто невероятным. Спасибо большое также Михаилу Меломеду за организацию этого турнира. Если кто не понял, Михаил Меломед – это победитель всероссийского конкурса комментаторов, именно наш барнаульский комментатор, который победил и теперь работает на телеканале Матч ТВ, который принимал участие в самом этом турнире. Ну, и также, я не вижу смысла показывать вам все фотографии с комментаторами, вы их можете найти в наших социальных сетях с Максимом, ссылки будут в описании, в Инстаграме и ВКонтакте, так что переходите, наблюдайте за нашей жизнью с Максимом и, помимо этого, также канала «Футбол – это жизнь». Ну и также большую благодарность хотелось бы выразить Михаилу Масаковскому. Как показал этот турнир, это был самый, наверное, популярный именно комментатор, который к нам приехал, так как на автограф-сессии у него у первого закончились карточки. Я подошел к нему после этой автограф-сессии и попросил подарить мне футболку после турнира, на что он с радостью уже согласился. Большое спасибо хотелось бы еще выразить Роману Скворцову, который после турнира, после его награждения, подарил мне медаль на память «Матч на арене». Участники, которые получили именно эту медаль, команда «Матч ТВ», за то, что заняла 4-е место на турнире. Ну что ж, друзья, большое спасибо, что вы посмотрели очередной влог на нашем канале. С вами был Андрей, Максим, комментаторы телеканала «Матч ТВ» и канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. До свидания.